продюсер хорошо сказал, но фильм это Амадеус, там как бы хорошо сказано, что вот как Моцарт сказал. Слышно? Императору он говорит, в фильме. Вам не кажется, что может быть слишком много нот, немножко. Ну, в фильме, знаешь, в фильме. Я просто посмотрел, я терпеть не мог никогда этот фильм. А он Моцарт прибалдел немножко, говорит. Ну, в смысле, а как это много, знаешь, или мало? Там столько нот, сколько нужно, в принципе. То есть более, блядь, идиотического вопроса. Понимаешь, это может там могло у коммуняк вот этих 30-х годов там. Они просто имели способность задавать такие вопросы. И то, может быть, они пытались думать. Потому что эти местные вообще не задают. Они просто не замечают музыку. Те хотя бы замечали ее. Понимаешь? Сколько нот, много или мало? Столько, сколько нужно, блядь. Во всяком случае, у Моцарта это было столько, сколько нужно. А у других я не знаю. Может, действительно много, блядь. Ну, а обычно мало, в принципе. В музыке... Понимаешь, если много нот, вот у Сибелиуса, понимаешь, там много не бывает, понимаешь, там достаточно, it's enough, понимаешь, там нет много, там нет мало, блядь, а те, кто, блядь, не умеет писать, у них или много, или мало, вот, блядь, беда какая, ёшкин кот, блядь, где порезал, как назовем? И ноты.